Главы свечей, единосущней, животворящей и нераздельной Троицы, всегда ныне пресно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Да воскреснет Бог и расточется в рази Его. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Так и исчезает дым, да исчезнут. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Праведница, Отреца Божия, праведницы, да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Христос во гробе живот даровал. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Ты Божьей Церкви и соединений всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. С верой, благоговением и страхом Божьим ходящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Великом Господине, Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, Господине нашим, Высокопреосвященнейшем Митрополите Иларионе, Высокопреосвященнейшем Митрополите Сергии, честнем пресвитере всего Христе Дьяконстве, во всем приище людям Господу помолимся. Господи, помилуй. На многострадальной стране нашей российских правителях и православных людей, в Отечестве, в России, несущих и спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всякую грань стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
плодов земных в временах мирных. Господу помолимся. Господи, помилуй. Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении. Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пречистую, благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. В воскресенье день просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха от смерти Бог жизни. И от земли к небеси Христос Бог нас приведе победную поющая. Христос воскресе из мертвых, очисти чувствуя и узрим неприступным светом воскресения. Христа блистающийся и радуйтесь рекуща, ясно да услышим победную поющая. Христос воскресе из мертвых. Небеса оба достойно да веселятся, земля же да радуется. Да празднуя же мир видим и живи все невидимые, Христос Бог стали силе вечное. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умершление предел сломилось, и вечную жизнь родшая Христа, из гроба воссиявшего дней, с Дева всенепорочная, и мир просветившего, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Воскресшим, увидевши Сына Твоего и Бога, радуйся с апостолы, Бога благородная, чистая. И еже радуйся первые, яко всех радости вина, восприяла еси Бога Мать и всенепорочная. Видите, пиво пием новое, ни от камени, ни плодно чудодеемое, но не тление источник из гроба дождивша Христа, в нем же утверждаемся, Христос воскресе из мертвых. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует облако Твое восстание Христово, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых. Вчера спогребовся Тебе, Христе, и совостою дни воскрешу Тебе. Распинался Тебе вчера, сам без прослави спаси во Царствие Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На нетленную жизнь прихожду дни, благостью рожденося из Тебе чистая, и всем концем света блиставшего, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Бога и Боже родила, и всеблудию, из мертвых я коже речи, восставши, видевши чистое лику, и всего яко Бога пречистая возвеличай. Придите, пиво пием новое, не от камени, не плодно чудодеемое, но не тление источник из гроба дождивши Христа, в нем же утверждаемся. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Пайте и пайте миром Господу помолимся! Господи, помилуй. Помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи, слава.
Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Спасибо.
живое жизнь, жертвенное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу, со воскресилися все родного дома, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возведите древлюдержимое смертью и длиннием, воплотившимся от Твоего пречистого чрева, недлиннее пресносущней жизни, Богородице Деву, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Сниди преисподняя земли, блаженство Твое чистое шедши, исцеливайся и воплотивайся, паче ума, и возвижи с собою Адама, воскрес от гроба. Снишился преисподняя земли, сокрушились Сибири и вечные, содержащие связанные Христи, и три дневья от кита Иона, воскресись от гроба. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Паки и паки миром Господу помолимся! Господи, помилуй! Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью! Господи, помилуй! Господи, благословенную славную Владычицу нашу Богородицу! Христа Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Божеств наших Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Ощи по гроб смешились и бессмертные, Родову разрушилися силу, и воскресе все, яко победитель Христе Боже. Жена мира носится, вещами радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, отчим подаяй воскресенье. И же прежде солнце, солнце зашедшее, да вокруг, предваривши ко утру ищущее, под ним мира носится девы. И друга по друзей вопия о другини. Придите вонями, поможем тело живоносное и погребенное. Плоть воскресившего падшего Адама, лежащего во гробе. Идем почнемся, яко живо свее поклонимся. И принеси мира, яко дары не вбили на гном плащенице обитому. И плачем его, запием у владыка восстани. Почем подаяй воскресенье. Воскресенье Христово видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое Твое мы славим. Ты боись и Бог наш, разве тебе много не знает, и
вещи Господа, поем воскресение Его, в рассвете Его претерпе, смертью смерть разруши. Воскрес Иисус от гробов, яко же пролече, даде нам живот вечный и верию милость. Воскрес Иисус от гробов, яко же пролече, даде нам живот вечный и верию милость. Воскрес Иисус от гроба, яко же пролече, даде нам живот вечный и верию милость. Утроки от печи избавил и вывел человек страждет, як от смерти, и страстью смертную в нетление облачит благолепие. Един благословен Отцем Бог и препрославлен. Христос воскресе из мертвых. Жены с миром Бога мудрее, сыт тебе течаку, Его же яко метва со слезами и скаху. Поклонившись, радующийся живому Богу, и Пасху тайную твоим Христе учеником благовестиша. Христос воскресе из мертвых, смертью празднуем умершение, адово разрушение, и нового жития вечного начала, и играющий поем вино много, единого благословенного Отца Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, яко воистину священная и всепразденственная сия спасительная ночь и светозарная, светоносного дня восстания, суще провозвестница, в ней же безлетный свет из гроба плоский всему сия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умерший Сын твой смерти непорочная, несем смертный пребывающий живот во веки веков дарова, един благословенный Отце Бог и препрославленный, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всем царствуем созданием быть человек, вселися в твою благодатная утробу, и распятие претерпев и смерть воскресе благолепно, совоставив нас яко всесилен. Сей нареченный святый день, един суббот царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств. Бон же благословим Христа во веки. Христос воскресе из мертвых. Придите нового винограда рождения, божественного веселья. Нарочит огни воскресения, царствия Христова приобщимся, поющий Его, яко Бога во веки. Христос воскресе из мертвых, возведи у кресточек твои сионе, и вести его придушу к тебе, яко Бога светлое светило от запада и севера и моря, и востока чада твоя в тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троица Божия, наш слава тебе, Отче Вседержителю и славе и души, треми соединяемое во ипостаси Христе слов, присущественни и пребожественни, в тя Христихом вся и тя благословим во все веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, придите Твой в мир Господь, Дева Богородице, и чрево Адова растор, смертных нам воскресенье дарова, тем же благословим Его во веки, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всю низложи смерти державу Сын Твой, Деву, своим воскресеньем, яко Бог крепкий совознесен нас и обожи, тем же воспеваем Его во веки. Нареченный святый день, един суббот царь и Господь.
Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Смерть попров, и сущим во гробе живот дарово. Христос воскресе, из мертвой смерти, смерть попров, и сущим во гробе живот дарово. Христос воскресе, из мертвой смерти, смерть попров, и сущим во гробе живот дарово. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Твоей благодатью. Господи, помилуй. Чистую, благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предади. Тебе, Господи. Яко благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Величие душа моя воскресшая по древнему гробу Христа Животовца. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися Сионе, ты же чистая красуся Богородице, а восстание Рождество Твоего. Величие душа моя, величие душа моя, волею страдавшая и погребена, и воскресшая вот тебе на гроба. Христос, новая Пасха, жертва живая, огнец Божий, земля греха мира, о божественного любезного, сладчайшего Твоего гласа, с нами Боги ложно обещался и всебытие до скончания века Христе. Его же Христос воскресе! Благодать нечистая, и поверху радуйся, твой сын воскресе три дни над гробом, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, Господи, лыси уснув мертвые от века, царские рыковые годы узыли. Магдалина Мария, предтеча ко гробу, и Христа видишь, яко вертоградаря вопрошаше. Ангел Христой жена вовеяши, предстаните от слез, яко Христос воскресе. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Подобание мысли тебе причащайтесь, ни вечерним, ни царствия твоего. Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе, смерть поправы, и мертвые воздвигнувы, люди веселитесь. Дни всяко тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и отклянися. Дни слезы копления ада воздвигну в юзники, я же от века имевши люди одержимые. Радуйся, Дева, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, твой Господь воскресе три дни над гробом. Величи душа моя, воскресшего три дня над гробом, Христа жизнодавца. Величи душа моя, волею страдавша, и погребена, и воскресшего три дня над гробом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, согласно Дева тебе блажен верни, и радуйся, двери Господня, радуйся.
Oh,
воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Слава святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово огласительное во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Кто благочестив и любит Бога, да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радость радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел после шестого, пусть и не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будучи щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет. И дела принимает, и намерения приветствует. И действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа. И первое, и второе получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все. Телец велик, пусть никто не уйдет голодным.
Все наслаждайтесь пиром веры, все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом, сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней. Горько, ибо он упразднен. Горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен. Горько, ибо подвергся разрушению. Горько, ибо он был заключен в оковы, принял тело и вдруг попал на Бога, принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу, ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки веков. Аминь. Аминь. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся нашему святейшему патриарху Кириллу, Господи, нашему высокому пресвященнейшему митрополите Иларионе и высокопресвященнейшему митрополите Сергии и всем во Христе братья. Братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимся о многострадальной стране нашей российской, правителях и православных людей, в Отечестве, в России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О блаженных и преснопамятных создателей святых храмов Божиих и всех прежде почивших отцах и братьях, везде лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я молюсь о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всех здесь предстоящих и молящихся, и о всех заповедавших нам недостойно молитесь о них. Вы же всем даровайте все душевного спасения и телесного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да, будет Твой нам, еже любите Тебе, Бога нашего и ближнего своего. Сотвори до ненависти, вражды, обиды, вдоимства и прочие беззакония прекратятся. Истинно же любовь да царствует в сердцах наших. Молимся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятимых всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебя великую и богатую милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне преисно и во веки веков. Аминь. Молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Это мирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Наставника, хранителя души телес наших у Господа проси. Подай, Господи. Прегрешения наших у Господа проси. Подай, Господи. Нашими мирами у Господа проси. Подай, Господи. Господи.
печатью у Господа просим. Подай, Господи! Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, щедроты человека, люби и си тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Мир всем. Горе твоему. Главе наше, Господи, ве преклоним. Тебе, Господи. Спасатели Божие наши, тебе славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Премудрость. Благослови. Сей благословен Христос, Бог наш, всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Утверди Боже, святую православную веру православных и все. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал. Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал. Иисущим во гробе живот даровал, истинный Бог наш. Молитвами причистия Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, святых праведный Бог Отец, Иоакима и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Смерть смерти ушли по кров, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе, смерть смертью смерть побрал, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе, смерть смертью смерть побрал, Иисущим во гробе живот даровал. Ну, смотрите, где водички святые, с вас как-нибудь посудим. И нам даровал живот вечный, поклоняемся его тридневному воскресению. А где вода? На следующий. Где вода? Где вода? Где и нас соблюди во благости Твоей, якода причащающиеся их, Твоих независимо подательных даров исполнимся, и неизглаголная Твоя благости, яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков.
крещение, крещение воды все священное во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сие, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сие, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! О, Людмиле Степановне не досталось. Кому? Мне чуть-чуть не досталось. Зайдите. Ну так выходите, что? Вот плохо звучит. Ну что там случилось? Ну что, кто-нибудь пройди. Воскресенье. Вот еще, Тамара. И Надежда Васильевна. С пяти будет. Вообще, Надежда Васильевна. Служба с пяти. Вот. Все. Как всегда опоздал. Далеко живет. Опоздала, да? Нет, я сам была. Да у нее маленький ребенок, понимаете. Да-да. Вечернее богослужение. Ну подождите, зайдите, хоть мы немножко-то это. Сами вновь зайдите все. Батюшка. Заходите. Быстрее, на минуту. Еще раз всех приветствую. Христос воскресе! Воистину воскресе! Молодцы! Хорошо. Так, вечернее богослужение теперь с 5 часов будет. Утреннее, как было с 8. Глухонемой, надо сказать. Сказали? Да. Сказали. Вот, там, Тамара позади. Да, записку-то, может быть, она передаст. Свете, они с ней не имеют? Ну, сейчас я спрошу. Нет, ничего. Так, в следующий раз, когда приехать, я не могу сказать. Следующий не знаю. У нас там очень дорога. Вот мы сейчас шли сюда, нанимали трех. Нас сопровождают. Как вот когда в горы, когда идут, то там нанимают, как они называются? Эти? Шерпы. Шерпы. Вот мы трех шерпов тоже нанимали. Чтобы нас... Проводники. Проводники, чтобы проводили. А что там, где-нибудь врюхаешься ночью-то не видать. И все. Дороги ни на машине, ни на тракторе нельзя нигде. Снеги возле полосы, там снегу еще лежит больше метра где-то. И вода сильно-то не идет. Как бы. Не надо рисковать. Через месяц ждем. Вода идет там уже. У нас где первый, второй мостик, кто знает. Мы на втором мостике плотину там сделали. Нужно посматривать. А вода идет через первый мост. Там размыла она и идет. Послал я двух братьев. Виктора и Романа. Там проверьте, как они. Они пошли, дошли, а перейти не могут. Но вернулись. А теперь Роман... Одел у него костюм такой, что он до груди надевает сапоги такой-то, что можно по пояс в воде там быть дальше. Пошел один, Виктор дома остался. Виктор звонит, телефон не отвечает, что такое. А он пошел, а там вода примерно так вот выше пояса идет. Ну а он, я, говорит, постился неделю. Водой-то как и вода, и... Понесло его силы. Ну что, телефон-то все намочил, а это звонит, не отвечает теперь еще. Я говорю, ну хоть я же двоих вас посылал, ты как-то один-то. Утонул где-нибудь в Корчино, поймали бы только. Ну, давайте на нас не утонешь. Ну он говорит, я не сильно, но вода-то залилась там куда вы это, ну он вылез там. Ну вот так вот. Телефон пропал. Телефон пропал.
Ну, не знаю, сейчас он просушит, да? Надо с солью сразу вот, посыпать. Нет, ну у меня вот был телефон, я положил в карман, всегда в карман сюда. А это что-то положил сюда, наклонился там корыто бараном, это, прочитал. Вот только у меня и в воду. Все, вытащил, просушил я симку там, все. Когда мокрый, включать в это время нельзя, а я включил, у меня сгорело тогда. Ну вот, все, завтра. Надо сразу его на пачку соли ложить его, и соль впитает. Один камень сверху. Феном надо послушать сначала. Феном. Ну вот так вот. Ко мне какие вопросы есть? Да нет, слава Богу. Все равно 3 месяца поработать. Спасибо Христос, что приехали. Едете, батюшка. Ну, я говорю, я не знаю. Ну, по крайней мере, через воскресенье, думаю, точно. Сплатим-то через воскресенье. Ну, воскресенье, ну, что, на 23-го, там, 30-го мая. Мая, майский праздник. Все, благодарим. Тихо. Валя из Казахстана звонила. Всем поклон от Вали из Казахстана. Ну, хорошо. Всем, кто занимает. Нет, Сережа, она в прошлый раз, говорит, я набрала, мне так надо. Ну, хорошо. А ты куда поедешь, Валя Николаевна? У нас прошла служба хорошо была. Крестным ходом пошли, даже было свечи. Не все потухли. Вот объем дождичек прошел. Гостей много было? Гостей нет, никого не было гостей. Все никого были только жители Потеряевки. Первый год. В этом году у нас юбилейная была Пасха. 25-я. Потеряевка. Как я помню, первую Пасху. 25-я Пасха. Потеряевка. Потому что мы начали в 92-м году. Первая Пасха была в 92-м году. Самая радостная была. Как всегда. Сколько срок? Это у всех так. У меня где нужно 8 барана. Это было у вас, Дина, сейчас я... Как вы на телефон? Ну, там на первый этаж зайдете, под метро. Я даже не знаю, как попалась. Нет, не так уже. Все, я забегаю. Ну, как? На клубе я один случай хочу сказать, когда на первом доме были, на Пасху, и передвигались, и батюшка дал ризы там или что-то нести. А рядом выход из пруда, сделали траншейку, вода течет. Батюшка с кем идет, разговаривает, обернулся, никого нет, а он как шел, споткнулся, упал и в траншею. Но лежит, риза не замочил, лежит в воде, а риза над собой держит. Игорь Муравлев. О, какая вера православная крепкая. Представь себе, в воде упал, студент был один, лежит в воде, голова над водой, он держит, и риза не замочил. Так, отсюда кто принес свое, все забирайте. Если что-то не отдаете, прячьте. Крестик, однажды приходит ко мне человек, я хочу сказать биографию его, а я печатаю на машинке. А он мне говорит, закрой глаза. Подошел, он у меня надел крестик, а у него, как у священника, цепочка сзади. Я глаза открыл, крестик на груди висит. Я говорю, а что это означает? Крестик, видимо, там, когда в начале захоронения, где священников расстреливали, видать, крест с собой был. Я понял, тут вскоре меня арестовали, прямо так крест был такой. Я посмотрел, вот сейчас мы его кладем здесь, и приходят все, взял, приложил, у него исцеляющая сила. Тут ко мне приехал один, у него вены на операцию. Я говорю, ты приложи его, крестик. Он взял его, приложил, проходит несколько дней, он звонит, у меня говорит, совершенно все на ногах исчезло, у него уже язвы были. И мы поняли, что, видимо, молитвами человека того, кому крест принадлежал. Ну и я цепочку снял. А крестик этот взял, не на грудь навесил, а завернул, и меня арестовали с крестом. Куда его теперь девать? Куда? В тюрьме-то девать? Там негде. Его обыскивать будут, сразу отберут, серебряный крест. Я его взял под стельку в сапог. Но нельзя на крест наступать. И как только стали давать пайку, то вот хлеб там, ну, кирпичами-то был, я оттуда выскреб, его положил, он как раз там пошел вот так наискосок, да и сверху мякишом водой размочил и высушил. Теперь везде проверяют мой хлеб, его в сторону откладывают. И когда следователь допрашивал меня, это был пищевод Виталий Николаевич,
Я ему говорю, у нас хорошие с вами отношения, если я вам что-то дам, перенести домой, отнесешь? Ну, он думает, как, сколько обысков было, там прощупать щупами, иголка одна не останется. И деньги, и все найдут. Я говорю, передай. А ему охота узнать, а что такое? Ну, дай мне слово. И он сказал, я отнесу. Тогда я достаю хлеб в кармане, с которым только что меня пропустили. И разламываю, и вытаскивает от креста, и говорю, вот передайте. Он до того удивился, и он не мог утерпеть. Через коридор вышел, а там допрашивают другого следователя. И он тому следователю говорит, ой, у меня какой это подопечный-то. Всех шмоны, говорит, прошел, и не просто там нельзя, говорит, иголку пронести. А он, говорит, крест пронес и показывает. А там он кого допрашивал, тот человек-то заключенный, в это время. Он не знает меня и не видит, но пришло время, его забросили в нашу камеру, и он рассказывает, я говорю, да это мой крест-то. Видишь, как пересеклись пути, я это все узнал. А кто этот крест мне принес? Вот эта вот девочка бегает, самая непослушная, это Гликерия. Приходит Володя, это он и сделал. Вот какая его история, этого креста. Подождите мне глазик какой-то. Да сама возьми вон там. Я никому не прикладываю. Как это он лежит, сам крест надо сделал? А? Крест сам сделал, что ли? Володя, ничего нет. Там, когда раскапывали, где стреляли священников, там сейчас мемориал около тюрьмы. Огромная яма, провал был. Я туда пришел, а там черепа, кости валяются. И кое-что находили. Я туда позвонил в КГБ сразу, говорю, как же так? Валяются кости еще. И они сразу выставили охрану там. И после этого там мемориал выстроили. Вот такая история. Нет, он довез, привез и ушел. Собрались свои все. Там истерика. Почему?